Всем привет, вы на канале Тихая Охота. Вот я выехал в лес. Вот здесь сосны. Тут вот березки стоят. О, в сосновом лесу пока ничего не попалось, дождей мало было. Зато есть зонтики. Зонтик пестрый. Вот. Сейчас. Чистенький. Ножку, как всегда, не берем. Второй вот. И третий. Вот они, чистенькие. Вот. Вот они. Это зонтик, это гриб рода шампиньоновых. Вот у них колечко на ножке. Колечко не приросшее, как у бледной поганки, двигается. Вот оно. Нет у него, как у бледной поганки, и вольвы. Вот он, обычный корешок у него, как у всех грибов. Вот. Возможно, еще попадутся. Сейчас пройдусь по березовым посадкам. Посмотрю. Вот он. Вот он. Можно жарить, сушить, варить супы грибные, грибницу. Красавцы. Так, прогулялся. Вот еще это маленький вот такой зонтик, крапинок у него еще нет на шляпке особо. Вот они только появляются. Вот еще сейчас посмотрим. Чистенький. Вот они, колечко. Так, вот там еще стоит. Там. Вон. Вот еще один. Вот они. Красавцы. Ну, это молоденький, конечно, еще маленький. Может, большие попадутся. Сейчас прогуляюсь, посмотрю. Еще будут, поснимаю. Сейчас посмотрим. Вот он. Чистенький. Забираем. Вот он маленький. Хватит на сковородку уже пожарить. Они. Надо все это место сейчас обойти. И собрать их все. Зонтиков достаточно много различных видов. И как бы, так как это гриб из рода шампиньоновых, то, в общем-то, и шампиньоны можно сюда же зачислить. Есть среди них и ядовитые зонтики, но они не такие ядовитые, как бледная поганка. Максимум, что они могут вызвать, понос. Когда побольше дождей, по этим посадкам березовым мне попадались и белые грибы. Под березовики и черные грузди. Дождей мало, пока нет их. Ну, зонтик очень вкусный гриб. Ничем не хуже под березовика, на мой взгляд, или белого.
Так, вот шел еще зонтики. Вот это уже здоровые красавцы. А, вкуснятина. И вот под ними поменьше. Вот они в траве. Вот сразу 4 стоит. Еще красавцы попались, зонтики. Вот он. Чистенький. Ну-ка, папа. Давай, сейчас. Вот он. Так. Вроде больше не видно нигде. О. Красавцы. Вот их ножки. Зонтик пестрый.